Я сам себе не верю. Вот я думал, и видишь кино, читаешь книги, все такое, думаешь, как будто это что-то постороннее, как будто это меня не коснулось. Потому что действительно разумных людей невозможно убедить, что вот то, что было, это была правда, что это было. Я иногда лежу и думаю, так неужели человек мог вынести столько? С тех пор прошло так много лет, и при каждом воспоминании очень больно перенести все это, боль памяти. Когда садился в поезд, я не представлял, чем закончится это путешествие во времени и пространстве. Хотелось увидеть старые улицы, маленькие дома, где живут одинокие люди. Но дома оказались пусты, а надгробия уже слились с пейзажем. И спасся лишь я один, чтобы поведать тебе. Книга Иова. Z-A-N-V-E-L-E-V-E. Назовите свою фамилию по буквам. R-O-S-S. Где и когда вы родились? Я родилась в моем любимом городе Киеве в 1903 году, страшно сказать. Скажите, пожалуйста, ваше имя, отчество и фамилия при рождении были такими же, как сейчас? Были такими же, да. Пожалуйста, еще раз медленно. Местечко Махновка, Винницка область, Козятинский район. О-Р-У-К. Антонина Федорук. Какое имя вы получили при рождении? Оля. У вас были другие имена? Нет. Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию на данный момент. А где вы родились? В месте Тернополе. Какая это страна была? Туди была Польша тут. Фамилия при рождении Радовильская. А страна? Украина. Na 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 na
У велику клуню, та амбар такой, туда нас согнали. Когда нас гнали, у мамы самая маленькая годовалая девочка была на руках у мамы, а я держалась за юбку мамину и часто падала. И мне вот эта дорожная, проселочная пыль в нос и в рот забивалась. И у меня это как-то вот как бы ощущение, что я задыхаюсь. Вот. В 39-му році, як прийшли перші світи до нас, москалі, як то ми привикли говорити тут, то... Наші жиди ображалися, яких називали євреями. Вони казали, що вони не євреї, а вони є жиди. І не було ні одного бездельника і дармоєда. Всі імели спеціальність, всі були при ділі. Було два шорника, три кузнеця, був один, який кожухи шив. Я... имел кличку, когда уже я подрос, мальчишка лет 8-10. У меня была кличка Мойша Легонов, это значит Мойша вор. Но я никогда вором не был. Я был таким сбыточным, что это невозможно. Сколько меня отец лупил, слышите, что соседи сбегались, водой нас разливали с отцом. Патефон был в доме. Какую музыку слушали? Слушали, много было еврейских песен, это я помню очень хорошо. Дедушка их очень любил, бабушка. Он часто, когда отдыхал, то он ставил себе эти пластинки. Помнишь, на Пасху мама снимала с чердака специальные такие маленькие рюмочки, на которых было написано «Ликуват Пейсах». Вы помните, как пришла советская власть в 40-м году? Помню, помню. Такая радость была тогда. Вы себе не представляете, мы так радовались. Я помню, у дедушки моего Пинхаса, папиного отца, был магазин пищебумажный. Выставили портрет Сталина, куда, где, откуда они его выцарапали, сразу в витрине. И была такая радость, и мой брат двоюродный, который жил с дедушкой, сын тети Адели, Юзик, он был вообще сочувствующим, он чуть не хотел перейти границу и попасть в Советский Союз. Да, он был очень таким коммунистом, и они у дедушки в столовой, он играл прекрасно на скрипке, оркестр там организовали, несколько музыкантов, и разучивали «Интернационал». Это я помню. Все русские и украинцы говорили с еврейским акцентом почему-то. И это было очаровательно. Это... Говорили «цепочка» вместо «цепочка». Говорили «меховая шуба» вместо «меховая шуба». И таки «да», и чтобы я так жил. И говорили, что «ой, мой Боря такой умный мальчик». Ну не потому, что его мать, но он действительно то. Что вы можете рассказать о вашей маме Сусане Бенционовне? Ну, видите, подробности ее биографии для меня неизвестны. Она погибла тогда, когда мне было 11 лет. Ну, могу сказать, что она была хорошая мама. У нее просто не сложилась судьба.
Здравствуйте, вы позвонили Виталию Нахмановичу. Пожалуйста, оставьте свое сообщение после длинного сигнала. Спасибо. Виталик, оставляю сообщение после длинного гудка. Это Сергей. Хотел поговорить с тобой по поводу твоей книги о Бабьем Яре. Мне нужна очень твоя помощь. Я перезвоню через неделю, вернусь из командировки. Попробую позвонить оттуда. Пока. Спасибо. За этими девятиэтажками была моя школа. Да, это мой двор. Только нет тетки-молочницы. Она каждое утро стояла вон там на углу, и нет старой голубятни с синей крышей. Зимой самая длинная четверть была. И казалось, она никогда не закончится. Не очень-то этот двор изменился. Прошло почти 30 лет. Услышали бы тогда в классе, никто бы не поверил, что не будет больше неделимой страны Советский Союз, что улицы переименуют, и будут другие герои. Ведь учили нас одному, а видели и слышали мы вокруг другое. И думалось, так будет всегда. Отдельная личность вообще ничего не значила. Даже на почтовых открытках писали сначала страну, потом город и улицу. И лишь после этого ставилось имя. Все было на учете. Мы жили в стране, где счет всегда велся только на миллионы. Столько-то миллионов гектаров вспахали, убрали, выдали на гора. Столько-то миллионов погибло на войне. Мы были единой семьей, советским народом. Без особых признаков и особых различий. Одного моего школьного дружка, отец его был еврей, называли за глаза полукровка. Взрослые что-то говорили о пятой графе, но потом стало понятно, что это национальность и пятый пункт в личном деле. Я не знаю, как сегодня объяснить, что такое личное дело. Это Маланка. Веселый праздник вскоре после Рождества. Все как в жизни, все как в старе. Ангел, черт, смерть, палач, солдат. Старик со старухой. Жид. Здесь это всего лишь маски, мистификация, представление. Стереотипы, которые складывались веками, где жид завзятый торговец и ростовщик, а украинец суровый Деда Мака с саблей, живые поныне. Украинцы и евреи столетиями жили рядом. Столетиями и те, и другие не имели собственной государственности. Советская империя использовала эти привычные стереотипы. Такая была политика. Разделяй власть. То есть он включается, и идут какие-то помощи. Я слушал и смотрел эти свидетельства уже много раз. Нет. Лена, Женя и Марина. Они студентки и видят их впервые.
и переносит интервью на бумагу. Да. Так удобнее работать с текстом. Вероятно, это тот момент, когда слово становится материальным и обретает силу документа. Все, тишина. А вообще в вашей семье еще были активисты при советской власти? Нет, активистов не было. Мы в советской власти почти сразу разочаровались. Потому что мой дядя Кока был очень добропорядочным человеком, уважаемым в городе. Но у него был этот наследственный деда мануфактурный, я вам говорю, магазин. Так его сразу почему-то послали подметать улицы. Магазин сразу, ну, эти все раскупили моментально, сразу все исчезло, сразу очереди за керосином для ламп, сразу очереди за хлебом. И это все раскупили, магазина не стало моментально, но его брали на принуд работы. Мой отец как служащий, так его пригласили, устроили бухгалтером райздрава Причанского. У меня был друг Стасько, однажды, знаете, еврей набожный, помню такой случай. Я Стасько говорит: Миша, ты хочешь видеть концерт? Я говорю: возьми кусок сала, дед вот после обеда в субботу спит. И потри ему бороду этим салом. Увидишь, что будет. Я ему как почерт. И он как проснулся, так за мной бежал за через все местечко. Что знаю, он потом парил эту бороду, наверное, 2 часа. Дети росли, настроение было. И нам надо было жить. И мы не могли все существовать на этих... чтобы только кошерное, вот, вспомнил. На одном кошерном жить в селе далеко не заедешь. Этот номер не пройдет. Нас никогда не били, но был случай. Я вам должна рассказать. Конечно, я во дворе слышала, но она как-то проскальзывала у меня мимо ушей. И уже на 3-й свидетельской, значит, мне уже было еще до гимназии. Значит, ну, 7 лет, может быть, мне было. Я подошла к окну, шел мальчик, еврейский мальчик, пересекал дорогу. Я начала прыгать и говорить: вот и петь, вот идет какой-то жиденок. И вдруг я почувствовала жесткую, сильную руку отца, который цепко взял меня за руку, повернул к себе и сказал, причем он никогда не повышал голос, чтобы я этого слова никогда не слышал. Это грубое, бранное слово. Этот мальчик, может быть, лучше тебя, ты же его не знаешь. Зачем же ты так о нем говоришь? А вот честно, никогда не понимала, вот почему вот евреи, чем они не так, вот есть качество там, да, вот визуально их там уши, вот я вот только вот сейчас вот начала спрашивать, как же их различают вот среди людей. Мне объяснили, что у них макушки ушек вот, вот так вот здесь. Вы думаете, что это правда? Не знаю. Я даже после этого не обращала внимания, не присматривалась, не смотрела. Не знаю. Может быть, если я начну на это обращать внимание, у меня где-то на подсознательном уровне уже будет вот этот вот раздел. А я не хочу, я для себя не хочу этого. Этот промерзший дом был когда-то синагогой. Вообще, до войны их было в местечке больше 30. В 42-м или в 43-м сюда попала бомба, и крыша рухнула, а стены и фундамент выстояли. Никто так и не сказал нам, кому пришло в голову превратить бывшую синагогу в жилой дом. Да и как это было, тоже никто не помнит. Квартира в нем похожа на советские коммуналки. Это Злата. Она живет здесь давно, наверное, с тех пор, как вернулась из гетто. Мы долго уговаривали их сняться в фильме, Злату и ее мужа Хаима. Но они за все время так ни разу и не сказали, что было с ними тогда, в прошлой жизни. После болезни Злата почти не выходит из дому. Хаим иногда приносит с улицы местные новости. Ничего особенного в их жизни не происходит.
если не считать воспоминаний и снов. И еще к ним приводят внучку. Ее здесь очень ждут. Злата рассказывает ей сказки. Обе больше любят истории со счастливым концом. Страшно і цікаво водночас. Тобто навіть коли в мене там не потрібно було розшифровувати всі касети, я все одно слухала, а що було далі, що сталося з цими людьми? Ну, папа сказав, щоб я не пропускала це все через себе, тому що він знає мене, яка я мінительна. Как бы им больше это интересно с моей профессиональной, как бы, точки зрения, как для моего опыта, не больше. Потому что я... Нет, я не скажу этого. Не скажу. Алло? Галина Михайловна, добрый день. Это опять я. А Виталика можно? Сережа? Его нет. Он сегодня будет поздно, потому что у него конференция. Ну хорошо, привет ему. Я тогда вечером перезвоню. Спасибо. До свидания. С утра как будто бы все было спокойно. Поближе, вот после обеда, такие черные тучи заволокли небо. Такой был страшный гром, и такая молния сверкала. Это было непонятно, это гром гремит или это орудия стреляют. Мы друг у друга спрашивали, что это? Я помню, как по улице уже промчались мотоциклы, в касках, с автоматами, немцы. Почему-то была ветреная погода, и по улице несло какие-то бумаги. Бумаги какие-то, очевидно, какая-то организация или где-то там грабили, или что, выбросили это все. И ветер нес эти бумаги, газеты какие-то. И ехали немцы. Думаю, ну что за война? Что это? Столько шума, так интересно, все шумят, все суетятся. Все это вот такое у меня осталось в памяти. Вот. От кого это? То ли и по радио, все. Ну, в общем, были волнения, были слезы, когда вот началась война. И буквально вскоре я помню, что папа пришел и говорит, Роза, меня забирают. Тут стрельба, летят снаряды, пули свистят, а мы по огородам, по садам, слышишь, сейчас, где первые вишенки, черешеньки, к одному залезли, слышите, на дерево. Я с одной стороны сада, а друг
С другой стороны, а у нас это местечко было как бы ложбиной такой, знаете, как бы с одной стороны оно на возвышенности, с второй стороны. С этой стороны жили евреи, а с другой стороны там уже крестьяне, вы понимаете ли? И там лес, оттуда как раз эти немцы и шли. И я сижу на дереве с этой стороны, а тот пацан с другой стороны там. И мы рвем всякие фрукты там, рвем. И вдруг снаряд как бы бухнет. Там, видимо, слышите, сидел наблюдатель и заметил нас на дереве. Он же не подумал, что это пацаны рвут фрукты, а думал, что это какой-то корректировщик, который командует огнем. И как бабухнули снаряд, да, разорвалось, и я отлетел метра на 15 от этого дерева и выключился. Когда пришел в сознание, я ищу друга. Так там, где дерево было, вырвалось корнем, и от друга одни куски мяса слышите, висят на дереве, болтаются и так далее. С тех пор я уже поумнел. Я тогда понял, что такое война. И я уже тогда стал сразу самостоятельным. Такий був якийсь фатальний день. Ми з татком вийшли з дому. От ми йдемо, де зараз вулиця Сагайдачного. І там, де є ця зустріч. Ресторан чи бар зустріч. Я донині, я напротив фотографії, я донині тої вулиці, як іду, то я стараюся не дивитися ні в одну, ні в другу сторону. Розкажу вам такий випадок. Ну, то вже було, вже вивозили жидів на страту. То вони возили такими критими машинами, великими критими машинами. Ми з татком йшли по цій вулиці, їде машина. Через таке, через ту вулицю їде машина та крита, і дуже в тій машині плаче маленька дитина. І та машина зупиняється так коло самих дверей фотографій. І вискакує німець з кабіни. Ми з татком зупинилися. Вискакує німець з кабіни, і так той брезент відхиляє, а там два німці сидять з самого краю. І питається, а я німецькою мовою володіла добре, він питається, що, чому плаче, чому так кричить та дитина. А він каже, що ну плаче дитина мала, каже, що ну, мала дитина, та й плаче, то ті два конвоїри відповідають. Він тоді каже, давай сюди ту дитину. І він так відхилив, а ми так стояли, і ті очі, і та ж дівчинка, її лице донині мені перед очима. Дуже гарна вона була, і дуже мала довге кучеряве волосся. І вона тримала ту дитинку, і забирає в неї ту дитинку, то немовля було, ну, пару місяців. Той німець, що вийшов з кабіни, і бере її так за ножки, ту дитину, витрахує з тих пеленок, зі всього. І так до того мура, де зараз ресторан. І так тільки пляма кровава лишилася. І він ту дитину піднімає знову і бере її, кидає в машину. Крик той такий, дикий крик тої жінки. Ай. А наше містечко так на горі. Там коли-то кузниця стояла. І я бачу, що містечко окружено німцями. Німцями. Там кругом містечко стоять. По одному немцю стоять. Було вирото три великих ями. Як вони вирили, що ніхто в містечку не знав про ці ями. І ніхто не шепнув навіть, щоб очепнув хтось. От погоні за собаками. От коли їде будка за собаками і гонить. От такого от плану були погроби в Умані. Раздались вистріли. Та тут, та там, и одновременно крики «Гвалт! Помогите! Эльтмир! Гвалт!» Кричали женщины, лаяли собаки. Было тревожно, и все схватились,
стали вот выглядывать в окна. Здесь уже полицаи бегают по домам, по улицам, стучат в дверь, вот в ставни, открывайте, жиды, выходи, выходи на дорогу. Немцы в черной одежде нас окружали. У них на кокарде такая была, это череп на фуражке. Ну, говорили, что это карательный отряд. И номера, значит, номер такой-то порядковый. Я запомнила, что мой 1489. И они так спешили, немцы. Они так спешили, что я не могу вам передать. Все скоро, скоро, скоро. Противоположная сторона этой реки выше был, значит, земля была выше, глиняная такая. И помню, как мама, значит, кричит: «Ким Киндерлах, Ким, 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 скорее, скорее!» И почему-то она нас ниже, ниже, и мы оказались в тылу у всех согнанных людей. Народу было очень много, а мы как замыкающие, последние. Это нам посчастливило, и в кучу на коленки там били по головам. В общем, такое творилось, что это страшный ужас. И потом начал строчить этот пулемет. Когда я оглядывалась назад, дальше, где уже не было людей, эти пули, которые попадали на ту стенку, они были как огоньки, вот так. И это потом мне разъяснили, что это расстреливали разрывными пулями, трассирующие пули назывались. И на меня летели, то приближается свист сильно за ушами, свистит сильно, это пули свистят, а я все ниже прилегаю. И что делать? Я тут же решила выползти с этой напыщенной группы. И я так выползла и думаю себе, все равно погибать. Буду пытаться уползать. А Сима, моя старшая сестра, так крепко держала меня за руку. И я ее вытащила оттуда. Она мне после войны сказала, если бы ты меня не вытащила оттуда, я бы не сообразила бы. Потому что такой был ужас. То какая-то женщина вдруг танцевала и пела песню «Их фир майн доктор Цидерхипе», Цидерхупе. И с девочкой она была. То ли, ну, я понимаю, что она, видно, тронутая была. То какой-то старик протянул так высоко-высоко руки, он был в черной одежде, и тогда тучи сильные были. Мне казалось, что он дотянулся до тучи, он кричал. Это так близко было, он кричал: «Год, ви быстрый!» Народ был так, как бы согнутый весь. И вдруг как будто из-под кого-то, из-под низу выскочил какой-то. То ли это был мальчик, то ли девочка, не знаю. Ребенок так приблизительно лет 5. Такой вот и начал так ножки расставил, и по этим трупам начал прыгать. А потом он страшно закричал таким сильным голосом и тоже упал. Я смотрела на этот ужас и... Ой, сейчас я немножко... Я уползла до самого обрыва.
Но броситься вниз я боялась, потому что я не знала, что там. Я боялась утонуть. Болота какие-то там, камыш. Я не знала, что там. И я вижу, что идет в мое направление в черной одежде немец. Волосы у меня были светлые. А в это время уже трава была сухая. И видно, мои волосы слились с этой травой. Я так вишу, растопырив пальцы, вишу на этом обрыве и стараюсь не дышать. Немец вот передо мной, я его вижу. И он, видно, потерял меня с виду. Он взял, выстрелил из ракетницы и осветил этот яр. В это время мне казалось, вот люди верят, не верят в какие-то необъяснимые факты. Но мне казалось, что у меня глаза сзади были. Что мне казалось, что я вижу, как он шарит взором своим по этому яру. Но меня как будто Бог сохранял. Я в это время старалась не дышать. У меня сердце стучало. И передо мной в этой траве я смотрю его огромные сапоги. Около самого носа, около самой головы стоят его сапоги. Я трепетала так, тихо старалась быть, как мертвой. И он меня не потерял из виду. И потом смотрю, что он так же, как ко мне, стоял лицом, как бы, я, как сапоги его стояли около меня. Так он начал так вот назад отходить задки. Уже стало темно, показ этот его, эта ракета. И он отходил, отходил, оглядывался, и я все его вижу, только на него смотрю. И когда он стал уже на фоне горизонта маленьким, он приблизился к пулемету. Я в это время с трудом вылезла наверх и начала ползти ползком, ползком в сторону. И так я уползла, помню, через какой-то мостик я перебежала маленький, такой низенький, потому что речушка ж там была. И мимо этого села, сквозь это село, везде и всюду было темно, и я ушла.
На реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах, посреди его, повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песни, и притеснители наше веселье. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если и забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Перелипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя. Если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Прошло какое-то время, все было тихо, вот здесь у нас спокойно, а там на улице все это проходит, и мы слышим, как в комнате у нас падают стулья, вот ходят, там вот топчутся сапогами, снова что-то упало, вот там люди есть. И вдруг, там было очень жарко, и вдруг заплакал маленький ребенок, которого женщина держала. Видать, воздуха не было, потому что нам было трудно дышать. Кругом все закрыто, народу много, жара, нечем дышать. И этот ребенок стал задыхаться. И тут начали кричать: «Фадышин, Фадышин, это задуши его, задуши его!» А он плачет еще хуже. А, ему было месяца 8. Эта мама его к себе вот так вот хочет задержать его, старается на него вот так прилечь, чтобы не слышно был этот крик. Вот, он все равно кричит, и все равно... И все забыли, что надо сидеть тихо, потому что рыскают рядом с домом вот полицаи и в доме. Вот, и все начали кричать: «Задышим, задышим, задуши его, задуши его!» Шепотом, шепотом, но много голосов, и эти голоса услышали. Я вот начинаю вспоминать, думаю, как будто не со мной было, откуда у меня тогда вот такое было состояние, я даже не могу объяснить. Я говорю, все равно нас ведут убивать, понимаешь ты или нет? Я говорю, или сейчас меня убьют на месте, или я убегу. И что было, понимаете, что там было много народу, думаю, куда можно кинуться, но выхода не было, а там стояло два немца на тротуаре вместе с людьми. Или вот на месте убьют, или только здесь надо, потому что дальше уже... Там уже людей почти не было, куда можно было. И вы знаете, я кинулась в толпу около этих немцев. Немцы вот так расступились, меня пропустили, вот так по плечу еще, и в эту толпу меня вот так толкнули. Помню, как гнали одну женщину. Трое детей. Она вела, она не могла идти, потому что дети уже замерзали, холодные, холодно. Он подошел, одного убил на руках, выкинул, второго пристрелил, чтобы она могла идти дальше. Ее прикладом избил и погнал. И это мы все видели, должны были идти дальше. А что можно было реагировать? Тогда даже и слез не было, вы знаете. Никто не плакал. Никто ничего. Были видно от горя, от несчастья. Были как... Не было ни слез, ни криков, ничего. То, когда пригнали в Думаневку, погнали на край и вырыли ямы туда в живых стариков, детей очень много. И в живом виде засыпали, и потом катком. Вот тогда уже не было сил держаться. Да.
Здравствуйте. Вы позвонили Виталию Нахмановичу. К сожалению, я не могу... Интервью с Ириной Максимовой, кассета номер 3. І одного разу, це було під вечір, приходять до нас до хати два пани. Це прийшов цей Михаїл Гінзберг і прийшов його швагер, чоловік старшої сестри. І почали розмову за це, щоб батько взяв їх переховати, їхню родину. Мамця відразу засперечалася, сказала, що ні. Ні і ні. Татко також казав, що бійтеся Бога, тут німецька установа. Тож відразу все викриється, я ж не можу того зробити, тут німців повно завжди. Ну, вони далі просять. Мама почала плакати. Тоді нас з Миколою вигнали до другого покою. І ми почали там бавитися. Але коли я почула крик мами, Коля не зреагував. Ну, то ще дитина була, він не так. Все-таки 3 роки, то є, то зараз різниці нема в такому віці. А в дитячому віці то, велика різниця. Я вбігаю до першого покою, мама рве на себе волосся і кричить: «Бійся Бога, що ти робиш, в нас діти, і ще чужа дитина в нас є». А тато дає згоду. А вони стоять обидва на колінах перед татом. І вони прийшли вночі. І як то було? Вони прийшли не 7 чоловік, як договорилися, а прийшло їх 16. Вони не просили тата, вони нічого не говорили. Вони знали, що то є просто... Вони самі, ті люди, розуміли. Вони порятунку чекали, але вони знали, що то є просто неможливо. А тато тоді каже: «Ви люди, а то хто? Нехай лишаються», махнув рукою. Да. І офіцер дав команду, щоб із строя вийшли євреї, комісари, політрухи. Все. Я стою, да. І смотрю, і що ж я віжу? Один стоїть, ну, лицо, я ж віжу, що євреї. Да ще йому дали шапку чобана, пастуха. І він її так натягнув, і його черти єврейські, вони як-то ще більше вип'ятились. Да і ще золоті зуби в роті. Ну, що ти йому скажеш? І от ця невинна, розтеряна, невинна оця, або, верніше, винуватая улыбка. Ну, так же ж вона його видає. І німець одразу його замітив: «А, ну, а ти? Юде?» І там возле нього стояли красноармійці, хлопці, солдати. І вони в один голос почали: «Нет, українець, він із нашого села, він із нашого села». І вони то німця затуркали, що той і забув про нього. Я не знаю, скільки він там протягне у цьому лагері, цей єврей. Но така була сцена, що люди, українці, чуть ли не груддю стали, щоб захистити його. А він же ж такий безтелепний. Може бути, він і не похожий на єврея, але всі євреї на нього похожі. Так у нас у Ківшовці говорили люди. Да. Это такой интересный эпизод, что сказка. Вообще, как это могло произойти? Вы его хорошо знали до войны? Брендорфа? Да. Вы понимаете, это отдельная тема. Он был аспирант, как и я, первого курса. Так он был пианист из Харькова, блестящий пианист, кстати. А я вокалистка, одна единственная. А он и Зоя Лихман были пианистами. Так что здравствуйте, Миша, здравствуйте, Мара. И все. Этот Миша, он был маленький, щупленький, на еврея не похож. Мальчишечка такой, себе стоит с ружьем, в шапке с красной звездой, с этим, ну, конечно, шлем, в шинели, в сапогах. Немцы еще в Киев не вошли? Нет. Я: «Миша, что вы тут делаете? Как это вы не уехали? Консерватория давно вся уехала уже». Меня не взяли, между прочим. А он говорит: «Мара, меня сразу мобилизовали, и вот я... Что я не знаю, что сторожу здесь, какой-то склад или что».
И все. Стучат в дверь, я открываю, на пороге стоит. Это надо вернуться назад. Немцы сразу на очень плохой бумаге, большими буквами, на большой, ну, как бы это как афишной бумаге, кто переховывает жидов, червоноармейцев, коммунистов, комсомольцев, будет расстреляны на месте. Коротко и ясно. И это все было расклеено. Стоит Миша, еврей, красноармеец и комсомолец. Три раза надо расстрелять всю нашу семью. Я говорю, Мишенька, заходите, что? Как это вы не уехали? Он говорит, Мара, когда я вернулся после дежурства, всех уже вывезли, я остался один. Вся наша рота или что там, уехали, я остался один. И куда я? Всюду уже немцы. Я не знаю, что мне делать. Ну, хорошо, очередь приближается ко мне. Я не могу сказать, чтобы по мне сразу он мог узнать, немец, что я еврей. Этого я не могу сказать. Но я помню, что это была первая, самая первая стычка с глазу на глаз вот с этой фашистской действительностью. То были бои, были походы, наступления, отступления. А вот тут мы сошлись лицом к лицу. Да. И я почувствовал, что у меня кровь с лица ушла черт знает куда. Я почувствовал, что я побледнел. Я просто почувствовал. И что у меня вокруг рта, тут губы, что все онемело. Это я почувствовал, я помню. Это было уже больше полстолетия тому назад. А это чувство и сейчас оно при мне. Но этот фриц битый, так, а ну-ка, снимай штаны на меня. И я понял, все, тут все. Да, че я крещен по-еврейски, че не. Снимай штаны насчет обрезания, да. А я это все делаю медленно, как вот в замедленной киносъемке, у меня руки уже не слушаются, и ничего уже, я... Понял, что тут амба, все, хана. Точка. И вот, когда уже ремень был расстегнут, и я уже начал свои ватные штаны расстебывать, начал только. В это время сзади, как раздался грохот, треск, что-то несусветнее. Все такие обомлели, все, и фриц той дернулся, и там что-то сзади рухнуло, так рухнуло, что и немцы, и охрана, все побежали туда. А я из строя раз в толпу и поминаю, как звали. Там так тепло, там так спокойно. Меня никто не видел и не слышал. Здесь не стреляют. Кто догадается, что я здесь сижу? Вот здесь я и спасусь. Я здесь буду сидеть, пока не придут наши. А на еду, сколько здесь много кукурузы. Я буду жевать кукурузу, я с голоду не умру. Я этим буду питаться, и мне здесь отлично. Я просидела там, в этом дымоходе, 3 месяца. Я вся была там, наверное, прокопченная, как черт. Я видела над собой только кусочек, маленький квадратик ясного неба. И когда меня мучила жажда, что мне казалось, что язык прирос вот у меня там во рту от того, что трескается, что я хочу пить. Иногда мне хотелось, когда я мочилась, мне хотелось намочить руку и облизнуть, чтобы капля влаги попала ко мне на язык. Или я сидела, я думала там,
или дождь, или снег, там же есть вот это кусок неба видно, что-нибудь может мне капнуть в рот, если я открою рот и буду сидеть с открытым ртом, что-нибудь мне капнет на язык, и не капнуло. Когда сидишь в дымоходе, слышишь все, что творится в доме. Разговоры. Там шли разговоры о том, как разграбили все еврейские дома. Тот сосед этот успел взять, этот успел меньше, этот успел больше. Зависть от этого, что тот нажился, а тот нет. Я имела представление о людях, которые там живут. Я слышала, когда они дома, когда они куда-нибудь уходят. И когда они уходили, я стала спускаться вниз. Было воскресенье, потому что все собрались в церковь. Собрались в церковь, и я очень хорошо слышала, что не все уходят. Я бросаюсь к ведру с водой, я могу взять кружку и пить с кружки на жадности. Вот, я не беру кружку, я прямо нагибаюсь вот лицом к ведру, и в нос, и в рот мне попадает вода. Вот, я глотаю, я такими большими глотками глотаю, 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 я боюсь остановиться. Горшок большой, я кинулась к этому горшку, открыла крышку, туда пар, и я своими грязными руками, хотя могла где-то и ложку найти от жадности, раз залезла вот этой рукой, обожгла вот здесь вот ладонь, но не бросаю обратно кашу в горшок, потому что у меня так слюнки потекли. Это эта каша вот с жареным луком пахла вот туда аж на сене. И в рот горячий вот это бросила, и горячий глотаю еще раз, еще раз. В это время я слышу засов в двери. Клямц, клямц, открывает вот это таким самодельным ключом открывает этот засов. И мне казалось, что я взлетела наверх. Но у меня, наверное, не было сил. Я была уже не человек. Хозяйка открыла дверь, и она заметила мои голые пятки. Она испугалась, она подумала, это вор или что. Но мои ноги были такие черные, и эти пятки были такие, вот это, ноги распухшие. И что? Она думала, что это черт у нее предстал, потому что она испугалась, открыла дверь и стала креститься. И крестилась и говорит сама себе, матка Боска, то кто це там у мене? Злась! Что за чертом сидит? Злась, бо буду людей кричати. Когда я услышала слово «буду людей кричати», я схватилась за лестницу, за верхнюю вот эту ступеньку руками, а она схватила лестницу и стала ее трясти. Так я не знаю, я упала от того, что она лестницу трясла, или от того, что у меня от страха покинули все силы, но я упала с чердака вниз, вот, у меня затянуло вот дыхание, я так вот не могу дохнуть, но не жду, пока я смогу дышать. Я всю же секунду схватила ее, села на колени, обхватила ее ноги руками, и она взяла и меня подняла. Взяла меня за руки и вот так меня подняла. Потом повернулась, закрыла дверь, которая на улицу была открыта. Она закрыла за собой дверь на засов. Вот, и говорит, сойди, дитина. Мы сейчас делаем перерыв и продолжим в следующей кассете.
Вот так вот я скиталась по этой деревне. И потом тоже какая-то погоня, я помню, шум был. Доходили слухи, что вот знают, что я здесь, что меня убьют. Вот. Потом кто-то пришел, сказал, вы знаете, сейчас уже не убивают. Там есть гетто, организовано гетто. И там все живут спокойно. Да, там был на пустыре такой деревянный туалет. А мать с собой прихватила зачем-то, я не знаю, кусок ситца. Вот, что она думала там? Кусок ситца, потом платок такой. До войны были такие, как плед, большие платки. Может быть, для детей она думала что-то, я знаю. Подошел один парень, помню хорошо его, такой худой, с тонкой шеей, большими торчащими ушами. И говорит, обратился к ней, говорит, дайте мне кусок этого материала. Она говорит, зачем тебе? Назвала его по имени. Он говорит, я хочу повеситься. Этот парень был еврей, ну конечно. Она дала ему кусок этого материала. Он тут же его порвал на такие ленты и пошел в туалет. И через некоторое время его оттуда вытащили. Он был уже мертв. Там мы голодали страшно. В этой же комнате был и дедушка, и тетя Адель, и этот Юзик наш. Я даже помню некоторых людей, которые, если вам интересно, которые были в этой комнате рядом. Рядом была, рядом, на полу лежала маленькая девочка, она была меньше меня, ее звали Ада. А мать, помню, звали Фрима. Выжили ли они, я не знаю. Но эта Ада, кроме того времени, когда она все-таки, наверное, что-нибудь жевала, и кроме того времени, которое она спала, она беспрерывно повторяла одну и ту же фразу на еврейском языке. Ада хочет кусочек хлеба. Ада выла штыклеброид, ада выла штыклеброид, как заведенная, поэтому мне так запомнил, без перерыва. Среди полицаев были хорошие люди, но и были украинских, но и были ужасные. Я помню фамилию одного, Сабанский. Фамилия Сабанский. Его, когда нас освободили, передовые части, его расстреляли. Потому что его нельзя было пощадить. Достаточно сказать, что вот мы вылезем на ограду, многие евреи, ну и просят, или меняют, или подают, или что. И среди них была наша дальняя родственница. Она на заборе меняла кофточку, держала в руках, а он стоял с девчатами и говорит, хочете, я эту же девку зараз убью. Ты что, смеешься? Он говорит, не. Вот побачите, попаду в нее. И он выстрелил, наповал ее. У нее мозги даже выскочили из головы. Я там недолго. Вот я не я же, у меня тогда смешались все дни, числа, годы. Для меня это казалось вечностью. Поэтому я совершенно не ощущаю, сколько это было, понимаете? Для меня это был ад кромешный. Один день и один год – это были ады кромешные. Поэтому совершенно в памяти у меня не осталось время вот вспомнить, сколько это вот расстояние и время, я абсолютно не помню. Но знаю, что я там недолго была, потому что пришла однажды одна девушка, наша еврейка, которая была тоже в гетто, но где-то она даже работала. Вот. Она пришла, она говорит, вы знаете, мне сказали, что будут детей и стариков с этого гетто убивать. Была связь с внешним миром. Была. Видно, не все полицейские были полицейскими в полном смысле этого слова. Мать передавала записки. И знакомым русским и украинцам. И в один из дней она мне сказала, говорит, Юра, завтра ты отсюда уйдешь. Я плакал, а как же ты, а как же они, брат и сестра. Ну, собственно говоря, что я еще был тогда ребенком.
Она сказала, что мы, говорит, тоже уйдем. Ты не беспокойся, мы все уйдем по одному. Она мне рассказала, как я должен себя вести, кто меня встретит, где. Она сказала, что ты выйдешь отсюда, вот пойдешь по тропинке. Ну, это было все, территория ограждена колючей проволокой. И так там в конце за кустами, там была калитка, ну, через которую заходила полиция, заходили немцы туда. Там стоял пост. Ну, посты еще стояли по углам территории, прохаживались так полицейские. Она мне сказала, что там тропинка, ты иди, пойдешь прямо по тропинке, никуда не сворачивая, и выйдешь к Сахзаводскому пруду, к мосту. И на мосту тебя уже в это время будет ждать девушка одна. Она тебя знает, ты ее не знаешь. Она к тебе подходить не будет, она, говорит, будет стоять, опершись на перила, и будет смотреть на воду. Ты мимо нее будешь проходить, и она тебя назовет по имени. Ты иди дальше, потом она тебя обгонит, будет идти впереди, а ты будешь идти за ней. Ну, вот так и получилось. Я не хотел выходить, и цеплялся за маму, плакал. А полицейский, который стоял недалеко от калитки, еще крикнул. Да, говорит, в конце концов, что-то там такое. Він піде чи не піде? Вот такое вот что-то было. Она меня буквально силой толкнула, открыла калитку и толкнула меня. И сразу же повернулась и ушла. Ну, и я зашагал, естественно, уже по этой тропинке. Это был последний день, когда вы видели? Это был последний день, когда я видел И снилось ему. Вот лестница поставлена на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит при нем и говорит: «Господь, Бог Авраама, отца твоего и Бог Ицхака, землю, на которой ты лежишь, тебе отдам ее и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься на запад и на восток, на север и на юг, и благословятся в тебе и в потомстве твоем все племена земные». И пробудился Яков от сна своего и сказал: «Истину, Господь присутствует на месте этом, а я не знал».
время было дневное. Мы все высыпались, все друг с другом разговаривают, а где наши, а как наши, а когда же они придут, а все такое. И вдруг видим конник, на коне человек едет. Въезжает это самое солдат наш на коне. Молодой парень, русак такой, знаете, курносый, в ватнике, с автоматом, без этого самого, без погон. А все попрятались, все только из окон, значит, выглядывают. Все, значит, смотрят друг на друга. А кто же он такой? Никаких знаков отличия у него нет. Наконец, кто-то один смелый вышел, другой смелый. А потом, значит, кто-то ему говорит: а наши-то когда будут? Он говорит: а я кто? А у вас нет, а погоны только вошли, мы только разговоры слышали, что начали снова погоны. А где погоны? Он говорит: а они тяжелые вагоны, эти погоны, мы их не носим. Ну вот. А к этому времени уже люди увидели, что ничего не случилось все. Стало подходить все больше, больше, больше людей. И он вдруг, значит: а это что за народ? А один там парень говорит: а мы евреи, мы тут в гетто. А вы в гетто? Ну, вы свободны. Так рукой махнул и говорит: вы свободны. Все так это было, знаете, просто мне запомнилось. Сколько 50 лет будет, вот уже 52 года. Алло, Виталий, это опять Сергей. Я уже дома, жду твоего звонка. Это очень срочно. Завтра у нас съемка в «Бабьем Яру». Человек всегда останется человеком. Вы имеете в виду, останется ли он после всех вот этих пережитых страданий человеком? Но это, в принципе, уже будет зависеть от него. Я имею в виду, что человек сможет вынести все, и нету вот этого вот конечного предела, нету той конечной точки, в которой он может сказать: нет, все, я больше этого выносить не могу. То есть такой точки нету. Добре говорити, коли сидиш на пічці і, як, грубо кажучи, нічого тобі ти ну, не, за що не загрожує, думаєш, да? Не загрожує. Я не розділяю людей на євреїв, українець, русский. Просто вас це не інтересує. Не те, що не інтересує, я не концентрую на цьому увагу абсолютно. А ви б хотіли бути єврейкою? Тогда или сейчас? Вообще. Вообще? Вообще. Я не знаю. Нет, наверное, не хотела бы. Знаете, есть такое что-то все-таки святое у человека, которое нельзя выносить. Нельзя кричать: я спасала, ах, я замечательная. Это ужасно. А это уже не настоящее. Тем более, что я не считаю, что это героизм, я не считаю. Мы были поставлены в такие условия. Мы страдали, мы боялись. Это был жуткий, жуткий страх. Так что... Вот я сейчас не могу тоже до памяти дойти. Зачем людям нужны войны? Почему нельзя жить мирно? Ну почему? Разве мало? Вот есть что переодеться, покушать. Пусть и другой покушает. Есть где дом, где голову положить? А зачем два дома? Зачем она нужна? Когда человек умирает, так туда ему ничего не дают. Так зачем это нужно? Почему же нужно, чтобы кровь лилась и какой-то кусочек земли? Не знаю, если бы я была в правительстве где-нибудь, мне кажется, что я бы сделала все для того, только чтобы было тихо. Чтобы ни одной капельки человеческой крови, чтобы нигде не было. Да люди, я не знаю. Ко всем людям мира я обращаюсь, чтобы только было тихо.
И вот три мужа стоят против него. Увидев их, он побежал навстречу им, отходя в шатер свой, и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не проходи мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши. И отдохните перед всем деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдете в путь свой». Мы ближе к метро двигаемся, да? Зачем? Нет. Я спрашиваю, что вы хотите? Где именно место расстрелов было? Место расстрела начинается от советского памятника. Так. Вот прямо. И дальше вниз, через Мельниково, мимо метро, то есть через метро. Где-то на протяжении полукилометра вот эта зона расстрела. Виталик, тогда мы сейчас подойдем к метро и оттуда перезвоним, хорошо? Пожалуйста, но вы уже на месте расстрела. Какая разница, там поставили памятник или не там? Чего для тебя так важно вот эти 10 метров или этот метр? Если очень коротко, то я говорю, тут есть некий общефилософский уровень. То есть мы знаем, что еврейский народ, он всегда пребывает в движении. Если мы возьмем его историю с библейских времен, да, то все время двигается. И все время это движение прослеживается вот в Торе, да, в чат, очень точно, да, географически. И движение так в Абьему Яре, в Абьер, это тоже некое вот движение уже современное. И поэтому желательно точно знать, как они шли, потому что на это навешивается много аллюзий, так сказать, исторических. Когда после обретения независимости стало можно говорить уже про Бабий Яр и выяснять, кто, где и как, родилась странная концепция, согласно которой, значит, все жертвы Бабьего Яра были разнесены. Евреев якобы стреляли в одном месте, военнопленных в другом, националистов в третьем. Символическую историю и фактическую разделили. Одна сторона вопроса, совершенно верно. Это неправда. Бабьем Яру всех стреляли на одном и том же месте, что за вповалку одних поверх других. Всех убивали в одном месте. Не надо сегодня разделять покойников. Каждый раз, когда возникали всякие застроечные проекты в Бабьем Яру. Ну, вроде метро. Сначала метро, которое построили, потом общинный центр, который не дали построить, да, всегда апеллировали к тому, что это чуть-чуть не там, где стреляли. Это чуть-чуть в стороне от расстрела. Это неправда. Каждый раз они строили там и на том самом месте. Или строили, или хотели построить. И это тоже, так сказать, правда, которую нужно сказать. Мы жили в безбожной стране. Понятно, что для безбожной страны вообще не имеет смысла никакого эти трупы, эти могилы. Это все так, смешно. Пережиток прошлого. Виталик, еще последний вопрос. Что нужно сделать Бабьему Яру, чтобы это было правильно? Нужно сделать закрытую территорию, то есть создать государственный заповедник Бабьему Яру. Смысл же не в том, чтобы там натыкать еще 10 памятников. Дело в том, чтобы это стал какой-то общенациональный символ, вокруг которого объединялись люди разных конфессий, разной национальности, говорящие на разном языке и смотрящие в разную сторону границы. И подходя к этому памятнику, здесь должны говорить тихо, либо вообще молчать. Значит, надо вести себя адекватно. Иногда нужно молчать, иногда нужно говорить, иногда нужно молиться. Я не знаю, в конце концов, самый последний забулдыга знает, как себя вести на месте трагедии. Просто надо, чтобы этот забулдыга понимал, где он находится. Я прошу прощения, мы сейчас меняем кассету. Давай. Вот с этого момента мы начнем. Хорошо, хорошо. Сейчас, одна секунда, мы зарядились и пишем дальше. Давай, давай. Сейчас как раз будет садиться солнце.